Алло. Алло. Привет. Привет. Ты дома? Угу. Сейчас поеду на работу. Какая работа? Сегодня суббота. Ну и что? Мы работаем. А ты не можешь поехать попозже? Почему? Я хочу тебя увидеть. Мы только вчера виделись. Это не считается. Ясмин, выпьем кофе, пожалуйста. У меня много работы в агентстве. Забудь о работе, пожалуйста. Прошу тебя. Ты всегда такой упрямый. Это еще ничего. То есть это не считается? Да, не считается. Добро пожаловать. Здравствуй. Присаживайся. Какой кофе? Я предпочитаю чай. Ты любишь чай? Да. Я тоже. Хорошо. Значит, мы оба любим чай. Да. Посмотрим, что мы любим еще. Можно вас? Одну минутку. Слушаю вас. Нам 2 крепких чая. Конечно. Как ты можешь быть таким смелым? В смысле? Ну, с той ночи прошло больше года. За это время у меня мог кто-то появиться. Я могла выйти замуж. Как ты узнал, что я одна? Откуда? Я не знал. Но я так подумал. Если я повсюду ищу ее, если никак не могу забыть ее, значит, в этом есть какой-то смысл. Только и всего? А этого мало? Нет, не мало. Прошу. Приятного аппетита. Я пью с сахаром. Я тоже. Мы оба любим сладкий чай. На встрече я понял, что ты тоже не смогла забыть меня. А как ты понял? Так я прав? Я серьезно спрашиваю. Как ты понял? Понял и все. Не могу описать. По взгляду, по поведению, как ты разозлилась. Почему ты так разозлилась? Ты подстроил мне ловушку. Специально заманил меня в холдинг. А что мне оставалось делать? Я не мог просто объявиться, верно? Что ты почувствовала, увидев меня? Подумала, что это невероятная случайность. Случайность? Чьи это слова? Любовь любит случайности. А судьба разлуку. Муратхан Мунган. Мне интересна только любовь. Мы не одни. А если бы были? Я бы поцеловал тебя. Значит, ты повсюду разыскивал меня? Да. А что ты сделал, чтобы найти? Звал тебя сердцем. Молил Всевышнего о встрече с Золушкой. Ты усердно искал меня. Вообще-то я нашел тебя. Место, где мы познакомились в Бодруме, оно принадлежит Джему. Он увидел тебя в баре в Стамбуле. Сразу позвонил. Сказал, приезжай, здесь Золушка. Он знал? Все знают, что я искал Золушку. Но я приехал в бар, а тебя нет. Потом о тебе еще долго не было вестей. Ты уволилась, уехала в Лондон. А что ты делала в Лондоне? Я не ездила в Лондон. А где ты была? В Бодруме, у мамы. Твоя мама живет в Бодруме? А почему уехала? Хотела отдохнуть. Я очень устала. Очень. Я задаю много вопросов. Да. Я хочу познакомиться с тобой поближе, узнать тебя, все о тебе. Севги звонит. Уже поздно, а я до сих пор не пришла на работу. Она волнуется. Не отвечай. Я должна ехать. Посиди еще немного. Пожалуйста. Я не буду задавать вопросов, обещаю.